поэзии исчез крик. Осталось жонглирование словами, творчество эстетов и акробатов. Так выразился в середине 60-х годов прошлого века французский философ-экзистенциалист Эмиль Чоран. Он говорил это о европейской поэзии, а что происходит с поэзией сейчас, особенно с точки зрения человека, который имеет непосредственное отношение к поэтическому творчеству. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород. Разговаривать мы будем с поэтессой, преподавателем кафедры филологии Гомельского государственного университета Аленой Осинчик. Добрый вечер, Алена. Музыкальное сопровождение нашей программы Ростислав Бондарев. Ну, а мы давайте начнем, наверное, да? Как вы относитесь к тому, что в поэзии должен быть крик вообще, по мнению Чорана? На самом деле в поэзии крик должен быть? Или я это думаю, его личное мнение? Это его личное мнение, скорее всего. Ну, с первых слов, если так подумать, это его личное мнение, поскольку Чоран вообще был очень интересным человеком, и одно из его высказываний — «я думаю горлом». Но если человек думает горлом, наверное, крик для него – это главное все-таки, да? Ну и если посмотреть на наших поэтов, шестидесятников, поэтов, которые выступали в политехническом университете, то есть тогда время такое было? На стадионах, да, они хотели сказать, высказаться, хотели, чтобы их услышали. Наверное, это период, когда действительно поэзия должна была кричать. Современная поэзия, ну, наверное, она и так услышана, я думаю. Может быть, крик и не нужен, просто поэзия отвечает своему времени. Что происходит? Сегодня время другое. С другое, конечно. Но Чоран же говорил о европейской поэзии, а вы тут провели аналогию с нашими шестидесятниками. Да. То есть это время такое было? Ну, конечно, это и время такое было, соответственно. Да? А наше время чем характеризуется тогда, если поэзия не кричит, шепчет? Почему шепчет? Она просто говорит, она существует, она живет. Это способ передачи информации, вполне реальный, существующий, начиная с древности до наших времен, никогда не прерывающийся, в общем. Другое дело, ну, иногда тихое сказанное слово, оно, наверное, доходит быстрее, чем крик. Или все зависит от того, воспринимает человек или нет. Если вот этот орган, который должен, ну, как, для восприятия поэзии? Вы знаете, наверное, это изначально есть у каждого, потому что, посмотрите, что в первую очередь учат дети, что когда читают, они начинают со стихов. Ну да. Мы не учим прозу, мы учим стихи, они проще запоминаются. Если посмотреть на детство человечества изначальное, да, то тоже вот эти шаманские какие-то песни, молитвы, более поздний уже период, да, они все немножко ритмически организованы. То есть это, по большому счету, истоки поэзии. То есть поэзия была всегда? Поэзия была всегда. И остается сегодня? И остается сегодня. Но, с другой стороны, тут кругом электронное средство массовой информации, интернет, столько информационный шум. Какая поэзия? Вроде бы. Ну, я такая... имею в виду с позиции общей. А чем мешает интернет и шум поэзии? Помогает? Да вроде бы все как-то коммерциализировано и навязчиво, что ли, агрессивно даже. У поэзии немножко, ну, другие взгляды, задачи, что ли. Ну, я не знаю, человек, когда открывает, допустим, интернет, да, интернет-источники, то он, собственно, ищет то, что ему интересно, как можно навязать поэзию. Если вам интересно, вы открыли, прочитали поэзию. Если вам интересна проза, открыли, нашли, прочитали прозу. Если интересны какие-то сайты рекламные, одежда, украшения, еще что-то, пожалуйста, открывайте, читайте. Сайты знакомств можно читать. Кстати, что интересно, сайты знакомств очень часто используют для того, чтобы познакомиться с человеком, особенно девушки, очень часто используют поэтические строки. Вот, понаблюдайте. Свои. Ну, чужие. Чужие. Ваши. Чужие. И мои тоже. Да? Такое тоже бывало? Такое бывало, да. Находила ссылки на вот такие многочисленные. Люди знакомились таким образом с противоположным полом. Ну, все-таки вот есть какие-то, ну, индивидуально, да, восприятие индивидуальное, поэтов много, как это там у нашего глашатая революции, да, побольше поэтов хороших и разных, или это не он говорил? То есть поэтов много. Их больше, чем тех, кто читает стихи, или меньше? Ну, на самом деле поэтов немного, их никогда не было много. Пишущих стихи много, да. Но это же не совсем одно и то же. Это разное. Да?
Но то, что люди хотят писать стихи, то, что их так много, и то, что они рифмуют, наверное, это хорошо, в первую очередь. Это значит, есть потребность. Вы знаете, ученые провели такой эксперимент. Кстати, вот то, что ученые занялись поэзией, это тоже большой плюс. Да? Это тоже уже показывает... Какие? Гарвардские или там эти? Ну, не наши, не наши. Это не наши. Да, исследовали, да. Это американские ученые, да. Они исследовали, почему люди, вот столько веков существует поэзия, да, не иссякает, не пропадает. Почему? Mm-hmm. Что, какой феномен у нее такой? Что там особенного такого? И сделали вывод, что разную информацию мы воспринимаем разными полушариями. То есть информацию логическую одним полушарием, информацию эстетическую, художественную другим полушарием. Поэзия – это единственный вид искусства, который мы воспринимаем одновременно двумя полушариями. Между ними возникает такая смычка, и от этого человек испытывает кайф. И вот можете себе представить, если читающий испытывает некоторую такую вот гармонию в себе, да, то что испытывает пишущий, поэтому, наверное, многие пишут, особенно в молодости. Пишут многие, да. В молодости это, наверное, я не знаю, кто не писал стихов лет там в 13, в 14, а потом это исчезает, пропадает куда-то. Мозг перестает воспринимать и то, и другое, или суета, так сказать. Значит ли это, что стихи наиболее востребованы, что ли, вот в этом подростковый, молодежь. Наверное, уже не подростковый возраст, ну, молодежный, давайте так скажем. Возможно, и так, да. То есть период, когда формируются наши чувства, наши эмоции, самое острое такое восприятие мира, поэзия, наверное, отвечает требованиям нашего организма растущего. Нам нужны эмоции, да, и поэзия эти эмоции дает. По крайней мере, возможность пережить вот тот кайф, которого, может быть, не хватает от чего-то другого. Mm-hmm. Когда люди вырастают, ну... немножко становятся другими, становятся воспринимать, да. Начинают воспринимать мир немножко по-другому. Да? Пишут только те, кто внутри остается, наверное, немножко ребенком, кто не перестает воспринимать мир так, как воспринимал его в детстве. Может быть, вот так остро, эмоционально. Наверное, что-то такое должно быть в человеке. То есть, ну, знаете, ребенка. Вот совет критиков обычно, если можешь не писать, не пиши. Ну, да. Но да. Большинство людей могут не писать, они от этого отказываются. Те, кто не могут, они пишут дальше. Как отличить человека, пишущего стихи, от поэта? Ну, я думаю, это очень просто по его стихам. По мужским, женским глагольным рифмам, по ритмике, по образности, так? Ну, ритмика, образность, все остальное, техника стиха – это только часть его составляющих, mm-hmm. да? Насколько воздействует стихотворение на вас? То есть вы видите, что оно хорошо сделано, но оно может вас не трогать. Компьютер тоже может писать стихи. Причем вполне технично, да? Но, в принципе, отличить написанное компьютером от написанного человеком вполне возможно, хотя... Ну, не всегда это бывает. Сейчас компьютер так хорошо пишет стихи, что, наверное, отличить не всегда возможно. Тогда возникает вопрос, зачем? То есть, зачем? Если в таком молодежном возрасте еще понятно, хочется выразить, хочется передать эмоции, то уже так постарше компьютер написал, там, что это, поздравительную открытку там составил к юбилею. Это стихи. Ну, компьютер никогда не напишет, допустим, как Есенин, да? Компьютер не придумает новое слово, он не скажет «обосенненная тишина» вместо «осенняя» или там «сентябрьская» или еще какая-то. То есть элемент восприятия внутреннего человеческого все равно всегда останется. Плюс, ну, опять возвращаюсь к этой фразе, можешь не писать – не пиши. Есть люди, которые не могут не писать. То есть это надо в первую очередь тому, кто пишет. Вы пробовали не писать? Пробовала, не получилось. Не получилось. Это у вас тоже из юности? Семи лет. То есть очень давно, да. Было время попробовать, не получилось. Попробовать не писать? Не писать, да. Детство остается, да, но уже сколько таких высказываний, человек немножко, ну, так сказать... Извините, отклонения какие-то от нормы у человека, который... Да? Да. Да. Хорошо это, плохо? Ну, это как у каждого есть. Человека есть отклонение. В принципе, любой человек искусства – это отклонение от нормы. Потому что норма – это вот родился, вырастил новое поколение, да, где-то потрудился.
ну, в рамках определенных, задуманных природой. Все, что вне, это уже не норма. То есть любой гений, посмотрите на любого гениального человека или ребенка, это вообще жуткое отклонение от нормы. Да? Поэтому родители иногда боятся, чтобы у них родился ребенок гений. Потому что это всегда что-то такое очень своеобразное с точки зрения нервной системы. Ну да. Поэтому талант, да, это еще хорошо. Вот гений – это вообще очень сложно. Да? Так и подмывает спросить про вас. Ну, не буду. Хотя вы вроде бы... Но я не гений. Нет. Но если пробовали не писать, все равно не получается, то, наверное же, что-то хочется сказать. Что-то сказать... Давайте уже о творчестве поговорим, да? Давайте. Тем более, вон книга лежит. У каждого поэта тема есть своя. То есть, ну, понятно, не писать нельзя. А что писать? Что? Все, ну, что, потому, что вот... в душе появляется. То есть какая-то специфическая тема, она, наверное, не проходит. Вот, допустим, ну, у меня в творчестве нет такой вот одной темы, которая бы проходила через все творчество. В разные периоды пишется по-разному. Ну, понятно, в юности любви больше, да? А философия, отношения человека с Богом, с природой, с друг с другом. Ну, вот это то, что меня интересует. Ну, и как сказал редактор сетевого журнала, в котором я, собственно, в редколлегии тоже состою, «Буквица», есть такой журнал у нас, прочитав мои стихи, он сказал, очень хочется написать научную работу «Время в творчестве Осенчик». Да. Мы смеялись, да. То есть, ну, наверное, время вот как-то... Тема, которая проходит через многие мои стихи, хотя я сама этого не замечаю. То есть специально о времени я не пишу, так получается. У Маяковского того же «делать стихи», то есть у вас это происходит вдохновение, должно что-то стрельнуть или так? «С 9 до 10 по вечерам я пишу». Честно говоря, я была бы очень рада вот с 9 до 10 сесть и что-нибудь написать. Наверное, написала бы чаще. Только когда стрельнет, да. Вот такое ощущение, что просто зацепил за ниточку клубочек и потянул. Причем я всегда знаю, что я его зацепила. Бывают очень длительные периоды молчания, когда этого состояния нет. И, честно говоря, это уже... Ну, я шучу, конечно, но как ломку у наркомана, да. То есть вот нет того состояния, которое очень хочется испытать, когда хочется пишешь туда стихотворение, да. Потому что сам процесс рождения, сам процесс рождения, тоже дает определенные эмоции, несомненно. То есть, когда говорят, что пишут только для себя и говорят, что это ты лукавишь, да, конечно, человек пишет для реакции, несомненно. Ну, хотелось бы, конечно. В первую очередь пишешь и для себя, если ты без этого не можешь, то, конечно, для себя. Но все равно же показать хочется кому-то. Ну, наверное, хочется. Я про 17 лет в стол писала. Был такой у меня период. То есть... Никому не показывала. Разговор с... сама с собой? Нет, разговор был с миром, но вот на уровне общения только в стихах. А потом? То есть созрел такой момент, когда... Да. Ну, я, наверное, уверена, уже созрел. И, да? Не то чтобы я уверена, это была случайность. Я не буду о ней рассказывать, но мне, в общем-то, пришлось, чтобы не потерять авторство своих стихов, пришлось их опубликовать. А потом я нашла вот сайт при самиздате Машкова, вернее, библиотеке Машкова, сайт называется «Самиздат». И нашла очень много интересных авторов и разместила там тоже свою страничку. Думала, поиграюсь немножко и... почитаю, там, похожу немножко по другим поэтам. Ну, так получилось, что вот с 2004 года и по сей день вот мои стихи там на сайте размещены. Ну, мы уже говорили, здесь разговаривали как-то с из Речицы, с Ковалевской писательницей, которая точно так же разместила там свои романы. Да? Ну, видите, очень, очень хорошо. Она отзывалась именно о самиздате, но тут о сайте самиздата. Вроде бы, вот если уже мы к интернету обратились, литературных сайтов много. Авторов много. Как ни попади там вот по этот самый первый раскрученный, что там стихи.ру был, там ежедневно появляются новые авторы, новые и новые. Такое ощущение, что, в общем-то, писателей больше, чем читателей. Смешно. Да?
В интернете тоже разное произведение. То есть, если можно было раньше писать в стол, то сейчас в любой момент ты можешь выложить. Реакция там, вас волнует вообще реакция читателей? Нет, ну реакция не волнует, но она интересна, конечно, несомненно. Если выкладываешь стихотворение, выкладываешь только ради реакции. И смотришь уже, как оно идет у других людей, да, как они воспринимают. Бывает, что какие-то моменты читатели не воспринимают, просят объяснить, есть такое. То есть если... Просто объяснить? Да, вплоть до того, что они не понимают, о чем идет речь, да, что вот нужно сказать. Что я сказала, вернее, этим стихотворением. Если это говорит 1-2 человека, то это нормально, остальные понимают, я не обращаю на это внимания. Конечно, если в какой-то момент спотыкаются 5, 6, 10 человек, да, то я понимаю, что я действительно что-то не то сказала. Да, и стихотворение немножко откладываю на доработку, если получается потом. То есть, конечно, реакция важна, но как иначе? Раньше толстые журналы печатали, да, только не было этой мгновенной реакции. Она была в виде критики, в виде каких-то отзывов. Иногда люди письма писали. Ну вот когда на стадионы выходили, да, они видели сразу реакцию там, человека, да. Конечно. Ну а здесь реакция идет через интернет. Это просто один из способов передачи информации, новый способ. Это же немножко другое, когда вот мы с вами сидим и читаем, разговариваем, да, глядя друг на друга, и когда и стихи произносятся, тут же голос, тут же как бы... А здесь опосредованно текст, немножко другая реакция, немножко другая задача, может быть, у текстов, нет? Ну, честно говоря, когда стихи читаются, они всегда воспринимаются по-другому. На самом деле лирика – это очень такой интимный момент, то есть ее лучше читать глазами. В большинстве случаев. Поэтому как раз то, что... Ну, какая разница читать из журнала, читать из книги или читать со странички интернета, да? Другое дело, что когда я читаю книгу, я не могу автору сразу высказать свою реакцию. А в интернете могу только все. Вся разница вообще. Отзывы только хвалебные. На мои стихи или вообще? На мои разные очень есть, почему хвалебные. Да? Да. А бывало так, что вообще я не понимаю, о чем речь. Что хотел сказать автор? Бывает, конечно, да. Люди же разные читают. Иногда очень далекие от вообще, в принципе, литературы, да. Вот они пришли почитать, им надо... Вот он понимает, когда о природе, когда березка описывается, когда... Ну, это нормально, на каждое... элемент лирики, описания есть свой читатель, да, то есть одни читают пейзажную лирику, другие про любовь ему хорошо. Когда я там начинаю что-то такое хитрить со словарями или с философией, ну, не каждый понимает, ну, это нормально, каждый не должен. Я тоже не все картины понимаю, не все музыку. То есть это нормально? Ну, конечно. Каждый все равно найдет для себя маленькую нишу. Обязательно. А вот такого глобального, ну, если уже мы про стадионы, там, 60-е, 70-е, да, вот, поэт номер один Бродский, номер два у нас кто там, давайте, Евтушенко пусть будет. Вознесенский. Номер три Вознесенский, да, Рождественский, там целая плеяда дальше была. Но здесь вроде бы табель о рангах, если мы уже про 60-е, ну, критики выстраивали, что ли, ну... Есть такое сейчас, табель о рангах в русскоязычной поэзии, например? Вы можете так... Ранжировать поэтов? Да. Ну, думаю, что нет, конечно. Просто, ну, есть поэты более популярные, есть раскрученные на конкурсах каких-то, да, на сайтах различных, да. У кого-то больше читателей, значительно. У кого-то меньше. Но только в этом плане. Вопрос же в том, что поэзия – это будущее. Поэт всегда работает на будущее. То есть будущее. Тот, кто у нас сейчас раскручен, он может остаться неизвестным у следующих поколений. Мы не знаем, что сыграют. Ведь Пушкин для своих современников не был самым крутым поэтом. Ну, вот современным языком говоря, да? А тем не менее, затем так получилось, что Пушкин – наше все, как мы сейчас говорим, да? Поэтому, ну, здесь вопрос времени, вопрос того, чем будут интересоваться наши потомки, что станет для них важнее, главнее, в какую сторону пойдет развиваться язык. Потому что самое интересное – это поэзия вот на стыках, когда переходит от одного типа языка к другому. Чем, собственно, знаменит и чем, собственно, вот велик Пушкин, например, да? Потому что он перешел от Державина, Ломоносова к более современному типу языка. Переход вот этот самое главное. Потом были другие поэты, потом другие. И каждый раз мы меняем. Вот это течение, направление, все, что происходит, это попытка что-то изменить, внести что-то новое.
Соответственно, это отражение языка общества. Язык меняется, меняется поэзия, меняется восприятие. Скидываем с корабля современности то, что было, и делаем что-то новое. Это естественное развитие, это философия отрицания-отрицания. Да? Для того, чтобы потом, да, опять на новой ступени это вернуть. Ну вот, если вы уже сказали, примерно с этого мы, наверное, и начали, о том, что Чёрн говорил, что там ему крик нужен был, а слом языка сегодня, вы ощущаете, есть вот этот слом языка, есть упрощение там, я не знаю, мы вот когда разговаривали с язык интернета. Наталья Иисусова. Да, с Натальей разговаривали. То есть там совершенно другое. Короткие фразы, степень восприятия. Нет этих больших длинных предложений. Все должно быть ясно, понятно, четко, выверено. Это этот стиль общения, который в интернете рождается. Если стихи публикуются в интернете, то так или иначе они подпадают под эту общую тенденцию построения фраз языковую. Нет. Нет. Ну, люди же никогда не общались стихами. Может, поэтому и хочется. Вот мы с вами говорим на одном языке, а потом читаем произведения. Они же написаны не совсем так, да? То есть, если проза имитирует, допустим, нашу с вами речь, да, она пытается показать разговорную речь того или иного персонажа, то она, конечно, идет по следам того, как действительно говорят люди в том же интернете. А поэзия немножко иная. Она тем и отличается, что она образно подает... передает, да, вот явления окружающие, внутренние какие-то эмоции, события в том числе. Конечно, что-то новое появляется, несомненно. То есть поэзия сейчас не такая, как она была даже, скажем, вот в середине прошлого века. Она немножко иная, она даже, отличается. Даже допустим, в 70-е годы уже, наверное, 80-е, наверное, да, да, уже. Да, да, даже как-то. Конец 20 века поэзия отличается. Она стала более раскованной, она стала стремиться к чему-то новому, интересному. Это попытки писать там где-то без знаков препинания, без больших букв, например, да. Это попытки избежать глагольных рифм, которые сейчас считаются моветоном. Попытки создания новых рифм, хотя, казалось бы, уже, ну где тут наберешь новые рифмы, да? Тем не менее, вот это все происходит. Любовь, морковь, очень сложно придумать еще одну рифму. Философство, философия какая-то новая, нового нашего времени, да, новое переосмысление того, что было и того, что есть. Того, что будет, конечно, язык меняется. То есть отличить стихи хорошего поэта, сильного поэта, нынешнего от стихов прошлого века вполне возможно. Некоторые пишут по старинке, по традиции. То есть тут классическим размером, классической рифмой. А вы склонны к экспериментам? Да. Ну, потому что там, я не знаю, без знаков препинания, без букв. Нет, там, без знаков препинания я не пишу, потому что... Насколько я помню, еще экспериментировали там модернисты в начале дело, прошлого да, века. Да. Было там, дело, там сейчас хватало к этому вообще всего. Все новое, хорошо забытое старое. Возвращаются к чему-то, и появился вид, новый вид визуальной поэзии, да, когда с помощью слов делают какие-то рисунки, картинки. Возвращаются к анаграммам, возвращаются к каким-то посвящениям. Все это есть, да, все это происходит. Экспериментаторство. Экспериментаторство никуда не делось. Как это там, жонглирование словами, ну, да? Ну, куда же деваться, да. Некоторый дух, фарс дух даже, да. Что-то есть такое. То есть вы не склонны к этому? К экспериментам? Да. Ну, к таким откровенным нет. Но, в принципе, да. В какую сторону? Визуальная поэзия? Ну, нет, или... конечно, не визуальная. Ну, там какие-то рифмы интересные, ритм сломать, например. То есть это все внутри? Ну, я не скажу, что это новое, конечно, допустим, но попытки хоть какие-то, да. Ну, есть чем гордиться. Не, вот относительно, это относительно этого про себя... модерна. Вот я придумал вот такую рифму, которой нигде нет. Я такие эксперименты не производила. На сайте знакомств тут же украли эти рифмы, и дальше они пошли. Ну, они, кстати, авторство указывают, да. Спасибо им большое. Так есть или нет? Или я так уже заговорил? Вопрос сам. Да, я уже не поняла, о чем мы говорим. Есть чем гордиться. Чем гордиться новым, да. Но я не знаю, честно говоря, экспериментаторством. Ну, разве что парочкой новых слов, может быть, а так нет. Вы не ставите это целью? Я не ставлю это целью, и самое главное, я не проверяю
Единственное, мне это рифма или нет. То есть я пишу так, как мне получается. У стихов прикладное значение. Ну вот есть, должно быть, может быть. Или мы говорим о поэзии лирической как способе передачи, способе общения с миром, да, как кто это, Конопелькин говорил, это наш бард здесь, гомельский, что я пишу, это мое общение с Богом, и все, как бы, дальше. Но даже вот поэзия, которая появляется на тех же сайтах знакомств или там стихотворные сценарии мероприятий, где надо это все очень четко вывести, выверено, вы к этому не склонны? То есть я имею в виду преднамеренные такие целеустремленные стихи. Если под заказ. Надо, под заказ, если то я, конечно, надо. Могу сделать и поздравление ко дню рождения. В принципе, я хоть телефонный справочник за рифмой, но это же не будут стихи. Это будет, рифмованное что-то, да? То, что целенаправленно для чего-то надо. А так нет, конечно. То есть под заказ тяжело писать. Мне тяжело, потому что нету того внутреннего ощущения, с помощью которого, собственно, стихи мои появляются. Это уже практика, ремесло получается, да? Если пишешь для поздравления на день рождения, то 50/50, да. То есть все-таки без техники, без ремесла не обойтись. Нет, потому конечно, что это так называемая программная стихи. Конечно. То есть вот как кто не помню. То есть темы просто. А теперь вот сегодня я пишу на тему чашки чая, которая стоит в телевизионной студии, да? И дальше уже мы пытаемся образы какие-то сюда подвести. То есть у вас это так не происходит? Нет, если вы мне дадите такое задание и скажете, напиши что-нибудь о чашке чая, я, конечно, напишу, но вопрос, кому это надо будет? Я не могу такое задание. Я, к примеру, я просто говорю, допустим, где-то надо будет на какое-то мероприятие написать стихотворение о чашке чая. Напишу, конечно, техника ж никуда не девается. Но считать это стихотворением, включить ее, допустим, в какой-то свой сборник и гордиться там этим, наверное. Да, то есть тут гордиться нечем, да? Или гордиться только способностью Как художник, который учится рисовать. Ему вначале же техника нужна, да? То есть он может создать великолепное полотно, может нарисовать вам какой-нибудь быстренько шарж, да? Вопрос, что там будет талантливее, не знаю. А песенная поэзия? Специально вещи, которые пишутся для песен, они всегда довольно просты. То есть сами по себе, как стихи, они существуют редко. Если сочиняются песни уже на готовые стихи, это немножко другая тема и немножко другая совсем уже песня. Да? Как писали песни на стихи Ахматовой, Цветаевой, например, Есенина. Да? Нет, это совсем другое. Это не совсем уже попсовые такие вещи, потому что на такие вещи писать сложнее. То есть не каждый за это возьмется. Просто песенная поэзия. Там ведь важен не восприятие смысла. Да? Важно, чтобы вы что-то запомнили, что-то яркое, интересное, какую-то строчку могли повторить, легко эту песенку пропеть, подтанцевать там где-то под ней. Да, относительно песенной поэзии, наверное, у Ростислава спрашивать, потому что это он у нас специалист по музыке и по песенной поэзии в том числе. Давайте прервемся немного на небольшую паузу. Уважаемые телезрители, напомню, что мы разговариваем сегодня с поэтессой Аленой Осинчик, разговариваем о поэтах и поэзии, наверное, так. После небольшой паузы вернемся в эфир. Продолжаем мы наш разговор. Напомню, что в студии у нас говорим о поэтах и поэзии. Разговариваем с Аленой Осинчик, гомельская поэтесса, преподаватель кафедры филологии Гомельского государственного университета. Кстати, филологическое образование необходимо для поэта? Или желательно, как это обычно? Наверное, это очень неплохо, если оно есть, да, филологическое, может быть, образование литинститута. Оно не обязательно, потому что хорошие поэты, они не всегда филологи. И, кстати, чаще всего не филологи. Среди современных поэтов, которые пишут сейчас, побеждают в конкурсах, которые на слуху, которые действительно хорошо, хорошие создают вещи, произведения, среди них физики, врачи, технари.
Я думаю, что это состояние души, которое с профессией никак не связано. Поэт – это не профессия. Ну, а когда он был профессией? Может быть, в Древнем Риме? Тогда в латинском языке существовало название профессии. В Советском Союзе, Союз писателей. Здравствуйте, вот корочка, я поэт, и все. Ну, это был очень короткий период. Сейчас тоже существуют союзы, да? Они же никуда не делись, в общем-то, но они уже просто не дают тех привилегий, которые были при Советском Союзе. Вот-вот-вот-вот-вот. Да, да. Это... комментирует нам Советский Союз, да, вспомнить относительно литературы. Тогда отношение к поэзии в том числе было вот больше прикладное, наверное, чем... Хотя и существовали, наверное, поэты, которые... В Советском Союзе да. прикладное? Да. Почему? Нет, конечно. Ну, лирики разве не существовало в то время? Поэты лирики. Другое дело, что в то время, наверное, вот когда люди получили доступ к этой поэзии, mm-hmm. возможность издаваться, возможность покупать книги, читать это, она была востребована, и была востребована как поэзия с криком немножко, да, вот как вы говорили, поэзия, которая была связана с какой-то социальной сферой, да, людям это было интересно, люди хотели это слышать и через стихи в том числе. Ну, вот как в свое время Маяковский, допустим, да, то есть он свой талант пустил на служение, по большому счету, социальным каким-то моментом, да, ну, и да. его поэзия, она во многом связана с жизнью государства, не только с его личностью, но, тем не менее, лирика, она ведь никуда не девалась, и любви люди писали, и взаимоотношениях. И о природе тоже. В том числе и Маяковский, да. Ну, в том числе и Маяковский, конечно. Ну, это же талант не мог не писать. Не вспоминается как-то про русские поля у Маяковского, как-то вообще не ассоциируется. Там флейта водосточных труб, ну ладно, это уже другая тема. То есть вот мы все-таки хочется подобраться и определить, чем современная поэзия все-таки характерная какие-то к социальному не имеет отношения. Имеет тоже. Имеет. Да. Может быть, в меньшей степени, потому что, ну, это, наверное, перестало быть настолько актуальным. Но люди пишут обо всем. Если почитать современных поэтов, темы очень разные. И социальная, и война, вот которая сейчас снова становится актуальной, эта тема, да, и взаимоотношения между людьми не только на уровне личном, но и на уровне где-то социальном. То есть все это есть. Другое дело, что эти темы не преобладают. Но они есть. Ну а как? Поэт пишет обо всем, что Бог на душу положит. Книги. У вас одна. Да. Почему? Да. Желания не было, денег или как бы необходимости не было? Или это не скромный вопрос? Нет, это не скромный вопрос. Вопрос имеет место быть. Просто... Довольно долго я вообще писала в стол, то есть я не выпускала это наружу. И то, что я писала в стол, это я никуда не публикую, в общем-то. Это так и осталось в столе, скажем так. А потом у меня просто был принцип. Я не хотела сдавать книгу за свои деньги. Ну, это то есть, если вам надо, то вы не сдавайте. Нет, не вам надо. Вы знаете, так было смешно, когда мы на финале «Поэта года», куда я вышла в Москве, меня подходили люди, которых я, в общем-то, не знала, но они узнавали меня по фотографиям, подходили и спрашивали, а можно ли где-то приобрести вашу книгу? Я говорила, у меня нет книги. И тоже этот вопрос звучал все время, а почему? Я вот озвучила вот это, что я не хочу за свои деньги издавать. Ну, задали вопрос, а что такого, собственно? Все издавались, и классики за свои деньги. Я говорю, ничего против этого не имею. Ну, просто да, ну, без... у меня такие отношения с мирозданием. Да. Говорю, если мироздание считает нужным, что моя книга должна существовать, она найдет способ это сделать. Ну, я, конечно, пошутила, но, тем не менее, вот способ нашелся. Мироздание сложилось, да? Да, мироздание сложилось. Как один из способов, кто там, Блока, по-моему, издавали по подписке. То есть друзья собрались, кто сколько мог, пошли и издали там 20 экземпляров. Вот это уже, ну, зато книга есть уже, да. У вас немножко другое. Давайте мы перед тем, как обратимся к книге, конкурс «Поэт года», так, чтобы нашим зрителям понятно было. То есть это конкурсы, которые проходят в интернете. Да. Конкурсы открытые, там могут участвовать все, даже... Да, даже я, например, да? Ну, почему нет? Да. И вы стали победителем. Не только... Нет, в «Поэт года» нет. Я стала финалистом. Финалистом. Если бы победителем, то книгу бы мне издали там.
там тоже приз, эта книга. А победителем я, в общем-то, только в двух конкурсах. Это Кубок мира по русской поэзии и вот премия Кирилла Туровского. Кирилла Туровского это этого года, прошлого года. Нет, это этого года. Это вот книжка, да, которую получила недавно. А вот этот Кубок мира по русской поэзии. Угу. Сама формулировка спортивная какая-то, да? Угу. То есть это что мы, в чем мы соревнуемся? Ну, я если объясню, лирика, да. Если лирика, это лирика, мы только что говорили, что это индивидуальное восприятие, то есть кому-то одно нравится, другому другое. И вдруг кубок. Забег на скорость написания, на объем текста. Я объясню, откуда такое пошло название. Это, в общем-то, уникальный конкурс. Аналогичных ему нет, в принципе, нигде в обозримом пространстве. Это придумал рижский поэт и журналист Евгений Орлов. Поэтому она находится на сайте прибалтийском стихи.лв. Дело в том, что там оценка всех произведений, которые туда попадают, идет по двум системам. Одна система – это топ-10, то есть когда выбирают жюри, члены жюри лучшие свою десятку, и потом это все в табличку сводится, и вот в результате каждый среднего... Каждый член жюри вкус, составляет, да, 10... То есть такой, ну, между этого... собойчик. 10 человек собрались, давайте мы сделаем сайт, нравится одно, вот это мы берем. Во-первых, да? Там очень много членов жюри, там их около 30 человек, вот я сейчас тоже... Ничего, вы извините, жюри, я ерничаю, да. Вы понимаете? Да. Вот, и они все люди из разных государств, они все находятся на разных, иной раз даже континентах, там есть и из Австралии люди. И ну, практически между собой мы никак не общаемся. То есть мы просто составляем свой вот такой вот список. Причем там несколько этапов. Вот сейчас начался новый Кубок мира 2016 года. Вначале там проходит отборочный тур. То есть вначале вы присылаете свою подборку, и члены жюри, одного из жюри, решают, можно ли допустить это на Кубок мира. Затем из всех поступивших стихотворений, во-первых, конкурс проходит анонимно. Стихотворение не должно никак, нигде находиться в интернете, в печати, то есть непонятно, кто. Да. Дается только номер этому произведению, поэтому кто автор, жюри не знает. Вот это тоже очень важный момент, когда оценивается именно стихотворение, и никаким образом имя не влияет на членов жюри. Из поданных заявок, их бывает от 300 до 500 примерно, то есть довольно приличное такое количество, выбирается лонглист в начале, топ-32. А уже этот топ играет вот в дальнейшем, идет второе жюри, большое жюри так называемое, там много редакторов журналов, поэтов, победителей прошлых кубков и чемпионатов Балтии. А вот здесь уже идет оценка по двум системам. Первая – это топ-10, вторая – это... плей-офф, то есть игра на выбывание. Отсюда и кубок. В общем-то, как в футболе. А, да. Вот откуда. То есть составляются из 32 16 пар, из этих пар выбирается лучше. Разумеется, здесь момент, конечно, субъективный очень. Вот. Плюс вот. Жеребьевка может соединить сразу же два сильных произведения, что лишает одного из них сразу же в участии. То есть, конечно, какой-то момент субъективности есть. Но давайте посмотрим на, допустим, такой вид спорта, как фигурное катание. Там ведь тоже оценка идет, это же не только спорт, это плюс искусство. Любой член жюри оценивает, с одной стороны, технику, то же самое, что и здесь, стихотворение, технику оценить легко. Ремесло. А второй, да, второй оценивает, ну, артистичность, да. И здесь уже идет субъективная оценка. Да. Как раскрыли фигуристы образ, попали ли они в музыку, ведь один подумает, что да, и поставит высшую оценку, второй скажет, нет, и поставит ниже. Ну, да. Так что все относительно как субъективности, везде. Да. Субъективности относительно здесь, конечно, присутствует. Ну, никуда не денешься. Тем не менее, это дает возможность, многие люди читают, туда очень много заходят читатели. Там есть программисты, фиксируют уникальных читателей, очень многие читают, больше, чем на других сайтах в момент прохождения кубка. Люди получают читатели, получают рецензии, там пишут рецензии обозреватели на каждое стихотворение, пишут читатели, поэтому это очень интересно. И вы стали лучшей. Ну, одной ваше из, стихотворение. Да. Одной, по системе топ-10, из... да, заняла первое место, а в плей-офф второе. Ожидаемо? Нет. А вообще восприятие, то есть только что вот мы буквально некоторое время назад говорили о том, что это табель о рангов есть-нету, здесь вдруг Кубок мира, международный, открытый, зашифрованный, все под псевдонимами, и вдруг вы лучше. И что? Ну, так, может быть, ваш пьедестал, вас воздвигнут на пьедестал, ваши стихи?
Ну, это ж никто не знает. Ну, это сейчас вас двигали на пьедестал. Это нынешнее поколение. Да. А как это будет? Кстати, стихотворение, которое победило, было огромное количество комментариев, и люди буквально сражались друг с другом. Одни кричали, это уже победитель сразу, это классно, это здорово, а другие говорили, это полная ерунда, и это вообще нельзя было сюда. Так что я получила полную, по полной программе. Но это было интересно, да. Вы состоите в каком-нибудь творческом союзе или достаточно преподавателя университета? Это творческий союз? Ну, я такая по жизни просто немножко волк-одиночка, поэтому я ни в какие союзы никогда не вступала и всегда писала просто сама. А это надо? Союз? Да. Ну, может, кому-то и надо, я не знаю. Все-таки люди приходят на какие-то встречи. Я тоже прихожу периодически, ну, просто как посетитель, да, просто прийти, послушать, поговорить. Кому-то это очень интересно, кому-то надо. Между прочим, не все люди публикуют свои стихи в интернете. Допустим, мне там отзывов и реакций очень хватает, выше крыши. А некоторые не публикуют, и поэтому им нужна реальная какая-то вот атмосфера разговора об их стихах. А, то есть другая подача, другое восприятие. Другое восприятие. Ну и реальный же контакт, без него никак. Интернет же не заменит общение людей между собой. Реальное общение между собой. Поэтому вот даже тот же Кубок мира, да, вот сейчас периодически устраиваются в разных городах России, в Прибалтике, устраиваются встречи участников, реальные встречи. Да, они приходят и читают свои стихи друг другу. Чтобы все-таки собрать стадионы, да. Ну, не стадионы, там... Ну, понятно. Может быть, десятая часть стадиона, но тем не менее. Тем более, что если мы говорим что, в юности, в молодости, да, все увлекаются, а тут вдруг серьезные дядьки из Австралии, из Канады собираются, да, читают, ну, наверное, уж читать умеют, и прочитали не одно произведение, это уже немножко другой уровень, что ли, другой уровень. Это я вот размышляю относительно вот этого Кубка поэзии, Кубка мира по русской поэзии, и, наверное, такие же конкурсы проходят где-то еще, это только в этом конкурсе, вообще в конкурсах участвуете в принципе, да? Ну, не то чтобы часто и много, но да, иногда бывает. Чаще всего просто, ну, приглашают, зовут, прихожу, что-нибудь закидываю. Может, почитаем? Стихи? Да. Ну, из того, что... Извините, вы так немножко... То, что закидываю. Ну, может быть, мы создадим такую атмосферу? Да. Ну, давайте, может быть, начну с того стихотворения, которое победило на Кубке. Хорошо, если вы не против. Хорошо. Называется оно «Не навсегда». Она верит, летать – это очень просто. Главное – окрылиться. Какое дело пространство, что ты не птица? Время ведь тоже не птица, но летит, летит же. Марк, небесный свод, тушует немного ниже. Все безопаснее в тенетах его качаться. Марк, а ты мог бы нарисовать счастье? Дерзкое, бесшабашное. Над замыслом покумеков мог бы, говорит Марк, и рисует летящего человека. Она смеется. Держи меня за руку, как за нитку воздушный шарик. Здесь всюду небо и ветер шершавый шарит. А солнце к закату стынет и будто вянет. И мы парим над розовыми церквями, зелеными кронами, домиками, скрипачами. Она вздыхает. Марк, а ты мог бы нарисовать отчаяние? Легкое, как воздух. Пронзительная, как булыжник в реку. Мог бы, говорит Марк, и рисует летящего человека. Она плачет. Марк, но ведь летать – это счастье, да? Да, говорит Марк, если не навсегда. Навеяно Шагалом? Навеяно Шагалом. Потому что, да, люди, летящие над городом, над Витебском. Ну, это моя родина, да. Да, я там подсмотрел. Я родилась в Витебске, да, поэтому, да, навеяно Шагалом. Ну, еще одно. Неторопливое. Просто у нас сейчас как раз время осень, да? Вот как раз стихотворение об осени. Там, где неважно, рассвет ли, вечерняя ли заря, где в сути едины колыбельные будильники, древний бог разливает время в ячейке календаря, и будущее кладет на полочки в холодильнике. Оно хрупкое, не так вздохнешь, разлетится в прах. На свету передержишь, засветишь, как пленку, и что потом? Перегреешь – испортится, лучше держать в потьмах, в разумном холоде и вблизи разговаривать шепотом. А у нас тут листва облетела, идешь – шуршит. День на грани обморока, а у ночи сезон разлива, и
накрывает волной, невзирая на рубежи. И длится, тянется, толку, что мы спешим. У нее-то время нынче неторопливое. И велик соблазн закутаться в ночь, вяло существовать, пока Бог достанет к весне немного будущего, нацедит тающего. Но у него-то все разложено по полочкам на века, а у меня ни черта еще. Все, я отказываюсь разговаривать, мы будем слушать стихи. Читайте еще. Я отказываюсь разговаривать. Да? Да. Если вы не против. Мой городок транслирует закат. Игру теней гаснущего цвета, где сотни птиц над крышами спешат по скверам приютиться до рассвета, где каждый вздох морозцем уколов, за весь ноябрь простуженный в ответе, славянский говорок колоколов смакует разухабившийся ветер. На части рвет звенящий звукоряд, его потуг вниманием не затронув, самозабвенно с Богом говорят колокола мажором обертонов. Где в полумраке зябнут фонари, и каждый путь встревожен и околен, где о любви возможно говорить на языке ветров и колоколен. Но мне и слов для этого не жаль, и ритма легким пульсом на запястье. Пойдем, я подарю тебе печаль, стихами разомлевшую от счастья. По-моему, очень хорошо. Если бы я был в какой-нибудь жюри, например, я бы выбрал сразу. Без. Спасибо. Да. Книгу где можно взять? Ну, пока тиража еще нет. Книга эксклюзив в одном экземпляре. Появится. Книга появится. Это как в 16-м году премия Кирилла Туровского. Вот так все-таки, можно сказать, снизошел Господь Бог для того, чтобы ваши, так сказать, да, принципы... Да, мироздание помогло, да. Кто это никогда ничего не проси, все дадут сами, да? Mm-hmm. Так получается? Примерно. Ну, это да. Я к тому, чтобы, если кто-то из наших телезрителей получил такое же удовлетворение, как и я, например, то знал, где искать в магазинах. Алена Осенчик, да? Книга называется... «Здесь всюду небо». «Здесь всюду небо». Хорошо. Спасибо. Вы филолог по образованию, да? Не мешает вообще профессия? Писать? Писать вот такие стихи. Потому что здесь, с одной стороны, бездна такая чуть-чуть приоткрывается. Профессия, да? Помогает, потому что я общаюсь все время с молодежью. Я получаю новые эмоции, я все время изучаю язык. То есть, когда преподаватель готовится к занятиям, он сам постоянно учится. Mm-hmm. И каждое новое поколение приносит что-то свое, и ты видишь, что читают что-то новое, да, интересуются чем-то новым. Ну, тянешься за ними, читаешь что-то вместе с ними. Поэтому, конечно, у меня профессия очень благодатная, она, наоборот, помогает писать стихи. Это как раз та атмосфера, которую я хотела, поэтому я целенаправленно шла на филфак. Логично вытекает вопрос, а что первично, филология или поэзия? Ну, филология я имею в виду как профессия. Вообще или у меня? У вас. Сложно сказать, потому что я так с детства была таким немножко языковедом, да, я выпытывала, как появилось это слово, как правильно его произносить, а что это такое, вплоть до того, что я могла проснуться и... Маленькая спрашивает: мама, мне приснилось слово «просодия», что оно обозначает? Мама, я не знаю такого слова. Да, я шла, искала его в словарях, так что да. Я не знаю, как это. 4, 5? Ну, 6 или 7. Что такое «просодия»? Ну, мне приснилось это слово, я спросила. Да, хорошее слово для 6 лет. Ну, в 6 лет, правда, я сказала фразу, которую мне очень долго вспоминала моя старшая сестра. Она на 15 лет меня старше, двоюродная сестра. Она спрашивала, я читала с 3-летнего возраста сама уже и очень любила книги, поэтому в качестве подарка воспринимала только книгу на любой там праздник, день рождения. Вот она меня спросила, хорошо, да. Они всегда знали, что подарить. Всегда знали, ребенку, что подарить, да, это да. Точно, да. И она меня спросила, тебе какую книгу, прозы или поэзии? И я сказала, я к тому моменту уже перечитала всех детских поэтов, естественно, а взрослые как-то меня не очень впечатлили, если честно. Ну, понятно, сказки Пушкина, там, что-то Лермонтова, это было уже. Но всерьез я не понимала, как можно писать стихами, если можно написать прозы, да. Я ей сказала, если бы я могла выбирать, я бы никогда не стала поэтом. Наверное, не смогла выбирать.
Эта сестра запомнила, и сейчас каждый раз... И сейчас нет, она уже не помнит. А вот когда я начала писать стихи, показывать свои детские какие-то произведения, она мне вспоминала, ты же стихи не любишь, что ты их пишешь. Было такое. Ну, это как бы, да, все приходящее, что называется, и забывается. Понятие, мы уже про Кубок мира поговорили, соревнования, да? Понятно. Понятие успеха нынешнее, коммерциализированное время такое, есть для поэта понятие успеха? Что это? Ну, наверное, успех – это когда тебя читают. Где читают, это, наверное, уже не столь важно. Книги, вы знаете, по традиции, да, все стараются издать книги, потому что это все-таки вот бумажный вариант. Ну, весомо, в руках. Весомо, в руках, да. Это все-таки вот это. Поищи там в интернете, наверное. Говорит как раз о том моменте, что поэзия — это очень личностные вещи. То есть взять книгу, почитать тихонько где-то, да, а не просто сидеть за компьютером и отвлекаться на другие какие-то сайты. Ну, сейчас телефоны там. Издание книг, да, и конкурсы какие-то, которые позволяют стать более известным, соответственно, привлекать читателей. Вот. И публикации в журналах, толстые журналы по-прежнему существуют, никуда не делись. Правда, они тоже частично перетекли в интернет, и вот образовалось такое понятие, как журнальный зал, да, то есть вот престижно быть в журнальном зале сейчас среди поэтов, да, они друг друга спрашивают, есть в журнальном зале? Так что, ну, наверное, успех – это, ну, как и всегда, собственно, когда имя на слуху, наверное, это успех. Традиционном понимании. Слава. А, наверное, если в будущем успех, то успех – это когда тебя запомнит поколение. Но мы же об этом уже не узнаем. Ну да. Об этом не узнаем. А если бы знали, то писали бы, наверное, как раз для того, чтобы запомнили поколение. Там, кто там? Пушкин веселился в салонах и писал эпиграммы, которые сейчас изучают, да? А ему шутки-прибаутки. Вот кто знает, как... Что там? Слово наше отзовется? Да, это кто как у нас, слово теща? Наше отзовется, да, никто не знает. Так и сейчас никто ж не знает. Что будет востребовано, кто будет на плаву, победитель Кубка мира или там человек, которого никто не знал. Кстати, молодежь приходит и на вот эти литературные объединения. Вот вы затронули салоны, да, что Пушкин писал в салонах. Ведь подобие салонов литературных, оно существует и сейчас. И это замечательно, потому что люди приходят, и пожилые приходят послушать, и не пишущие, самое главное, приходят. Это вообще самое интересное. Потому что одно дело, когда мы слушаем друг друга, я пишу, ты пишешь, давай друг друга почитаем. Да. Другой маленький дело, кружок когда... между собой. Да, да. Другое дело, когда приходит человек, который не пишет стихов, это всегда здорово. У нас такие салоны есть. Да, да? У нас такие я салоны есть. Гомель. И в библиотеке Герцена. Вот салон, который молодежь задумала, 31 меридиан. Они собирают всех известных, ну, большей частью молодых, конечно, поэтов, но и разных поэтов, художников, писателей. Проводят каждый вторник встречи с 4 часов. Вот если кто-то заинтересуется, то, пожалуйста, приходите. Библиотека Ленина по четвергам, каждый второй четверг месяца со 17 часов тоже литературный салон замечательный проводит. Там и песни, там и разговоры, там и общение. То есть, значит ли это, что назрело? Ну, потому что я что-то не помню, чтобы давненько не было таких вот сообществ, где люди приходили сами. Не то, что это там заседание Союза, Гомельского отделения Союза писателей. Всем по списку прийти, прочитать произведение, отчитаться. Тоже есть? Ну, не то чтобы всем по списку прийти, но заседания проводятся, конечно. Нет, понятно. Но салоны, о которых говорила я, сугубо добровольное дело, и люди приходят. Я и говорю, что значит ли это, что при... Все-таки, возвращаясь к нашему другу Эмилю, да, и чтобы как-то попытаться сформулировать, характеризовать, то при общем дроблении мира, где каждый... выбирает свой сегмент по вкусу, люди начинают объединяться по интересам и объединяться, да?
Я правильно почему говорю? Почему нет? Поэзия. Они всегда объединялись по интересам, разве нет? Наверное, нет в мире ни одного такого универсального человека, которому бы нравилось все сразу, все виды искусства. Понятно, что в детстве это от семьи зависит, от школы во многом, да, от окружения нашего. Нас стараются развить всячески. То есть мы ходим там в театры, мы ходим на выставки, на концерты, читаем стихи, книги разные. Да? Когда человек вырастает, он потихонечку везде ходит, да, и по музеям, и по выставкам. Но вот согласитесь, вот сами вы же выбираете тот вид искусства, который нравится вам больше всего. Если вы любите театр, будете ходить в театр, а не на выставку картин, правда? Да, если вы ничего не понимаете. Если мне нравится общаться с поэтессами, то я общаюсь с вами. Вот, да. Да. Да, именно так. Поэтому это всегда было так, наверное. И поэтому люди объединяются по интересам. Это же здорово. Какие ваши творческие планы? Это сложно. То есть у меня никогда не бывает творческих планов. Потому это, что это процесс это я к тому, что нам нужно уже завершать нашу беседу. Да? Ну, я надеюсь, что... Да, я надеюсь, что вдохновение будет вас посещать почаще. Да? Давайте еще стихотворение прочитаем на... Напоследок. Да, напоследок. Хорошо. Хорошо? Да. Когда наступало время тоски и вечера, он, за день свое положенное избегав, утюжил рубашки, бережно вешал на плечики. Все белые-белые, белей твоего снега. Ходил, любовался, мурлыкал под нос мелодии, следил, чтобы все в порядке, любая малость. Ему так казалось, что он не один. И вроде бы рубашкам тоже так нравилось и казалось. Вздыхал, что его чудеса зарастают былями, что люди свои проблемы решают сами. Рубашки, впуская людей, шелестели крыльями, хранили, спасали. Спасибо. Ну, будем прощаться. До свидания. Да, до свидания. Ну, что же, уважаемые телезрители, мы разговаривали сегодня о поэтах и поэзии. Разговаривали с поэтессой Аленой Осенчик. Большое спасибо за участие в программе. Музыкальное сопровождение нашего разговора Ростислав Бондарев, да, пытался нам помочь, даже помогал изо всех сил. Спасибо компании Sound Pro By за помощь в подготовке программы. Меня зовут Сергей Краснобород. Увидимся.